скажешь, покрутиться тебе охота? Конечно. Хорошо, тогда я иду на место, где мы будем с тобой презентацию, так мы обходимся. Во время приземления, в двух словах, чтобы ты понимал, что меня ждет. Во время приземления попрошу тебя сделать ножки вверх. Покажи мне, пожалуйста, да, это твоя позиция. Когда я тебя попрошу, хорошо, становись на ножки, встанешь. Если я не скажу, становись на ножки, не становись. Просто мы делаем так, знаешь, проскальзываем. Садимся на жопу и все. На приземление идем? Не, мы сначала покрутимся. Ага. Мы сейчас сбросим охренен на высоту. Я же бы это надо почувствовать кайф. Да, ты почувствуешь, что ты не можешь. Прошу отдаться влево, вправо. Постепенно будет расти амплитуда. Ебать! Ух ты, блядь! Мы сделаем рекорд. Нихера себе, блядь! Смотри, опа! Вправо, заебись. Готов влево? Да! Вот это оно! Хорошо! Фу! Собаки, посмотри, снизу за нами бегают. По полю. У них же тоже какое-то развлечение должно быть. Пару слов. Как ты себя чувствуешь? Охрененно. Ребят, теперь от меня пару слов. Взлетели на 3000 метров, приземлились на где-то примерно 1900 метров. 1000, получается, 100 метров перепада. В Гудауре, в Грузии. Сейчас конец февраля, 2020. Александр, приезжайте. Вы все видели, покрутили акро. Это супер. Через правую стропу прыгаешь. Ходишь через правую. Хорошо, давай. Спасибо. Ходишь. Это было супер. Все.